Кишулька тут вылазит из берлоги. А солнышко погнало зачем? За чебуреками за своими. Вот. Вот они не ладно. Работа уже. Вот. Солнышко, кстати, я ее не уговаривал, она мне сама предложила. Да потому что без толку, ты все равно меня начал это склонять на это дело. Поэтому я уж решила сама пойти на эти жертвы. Вытяжка у тебя есть? Да. Но ноги у меня тоже есть, понимаешь, которыми я стою несколько часов подряд. Давай табуретку поставлю. И дальше что? Табуретку поставлю. Я не смогу катать на табуретке. Да? Да, сидя. Мне табуретку надо эту. Где мафия? А где вампирчики на паузе стоят? Вампирчики на паузе стоят. Ты меня там скачал, да? Да. Сейчас будем смотреть дальше. А что-то этот... Закрыли торрент, торрент-то что-то этот. Да? Ну, который... Что это значит? Ру, как он, блин? Рутрекер. Рутрекер.орг закрыли что-то. Ну, что-то на них наехали, видать, опять за пиратство. За пиратство, да? Да. Слушай, как это опасно. Ну, так-то уголовная статья. То, что мы пользователи пользуемся... То же самое. Мы тоже? Тоже, да. Есть взяткодатель, есть взяткобратель. Вот так же есть пользователи, которые... Ну, мы тоже самое, в принципе, по идее. Мы тоже нарушаем закон, да? Да. Ни хрена себе, что делать? Они нас могут отследить, да? Да всех могут отследить, только 1,5 миллиона, или сколько там их, отследить в день у них вряд ли получится. Тем более с этими сменными номерами. Но они выберут, конечно, для прецедента кого-нибудь. Тише, хвост трубой. Тише, 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 тише. Поехали со мной. Ага, сейчас. Поехали со мной. Сейчас, ага. Тоша на батарее, как всегда. Масла не будет. Хорошо. Машинка без снега стоит. Хули, плюс 2 градуса. Топовская скамейка с бочкой на переднем мосту, но бак смешной, блядь. Ёмано, ну нельзя нормальный бак было, что ли, поставить. Прицеп, блядь, уже бэушный, фиксимеровский, ржавый весь. Не стыдно с таким баком-то ездить на такой машине? Эровская, нет? Нет, не эровская. Обычная скамейка. Масик, привет. Да. Не Васька, ну чего? Ну чего? А? От телефона? От чего? Чего? От чего? Не Васька. Немасик, ну что расхныкался? Немаська, что ему не нравится? Немасик, что не нравится-то? Его масло для солнышкиных чебуреков. Идем домой, дочь отвезли с внуком. Иша. Тише, 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 пшочек, тише, тишка, тише, тише, тише.
А ты ко мне идешь или просто на прогулку? Иди. Ручек. Ушочек. Солнышко уже нахерачило. А? Чебуреков вагон уже нахерачил. Это уже вагон точно. Это второй тазик, наверное, да? Я там уже убрала. Это я говорю один. Этот. Да. Где Тоша? В этот уже убрала. Я понял. Целый масло. Килограмм, если не больше. Раскапризничался что-то Димасик. Сжигает вампира. Тяжело, наверное, да, смотреть? О! Тяжело, да. Ужасно. Когда сжигает вампира в фильме. Очень тяжело. Так, все, ладно, иди отсюда. Что за придурилось-то? Шучик. Аварик убил Клауса. Ну, шучик. Он мертв. Что смотрим? Да. Так, с экрана отошли. Если он сказал правду. С экрана, говорю, отошли. Да, уже часто не успеешь вернуться вместе с Фолсом. Чтобы мы могли попрощаться. Начинается, да? Блин. Съемка. Ну, фирменные чебуреки. Ну и чё? Ты уже снимал это все готов. А просят ребята еще. Чё? Бесконечно, что ли, снимать, да. Так я и готова. Пусть посмотрят старые кадры. Старые смотрят, и новые надо. А новые-то зачем? Позвони мне, если выключишь. Не знаю. Наверное, интересно. Тоша пришел? Нет дома. Тише. Мы с Мэтом. Тише. Увезли ее из города. Тише. Все будет хорошо. Клаус обманул нас, Волга. Все будет хорошо. Ладно. Корм. Ну все, пацаны, всем удачки. Нет, не удачки. Еще это, еще жарить будет. Я тут карту 5.3 делаю версию. По работе пока никто не звонит, что-то. Пишулечка моя. Что это за мир такой, в котором ты... Первые пошли. Да его хватит, это не его вина. Отпусти его, сейчас же. Уже как это мир такой. Ну все, пацаны, всем удачки. Я продолжаю карту делать. Продолжу, надоела она мне. Красотульки твои. Да, сейчас слюнки потекут. Так, отошли. А крупным планом? Отошли, сказала. А крупным планом? Я тебе сейчас дам крупным планом. Видишь, я что? Бегу, чтобы мне тут не забрызгивало. Спасибо тебе, солнышко. Я тебя люблю. Я тоже.